Да не надо. Хорошо, когда будет. Присоединяйся ко мне, Александр. Да, блядь, не, реально подлагивать меня? Да, блядь, я что тебе сказал, что не слышал, что ли? Я что-то что? Хорошо, когда работодатель предлагает тебе выбор. График P2, рабочее время с 10 по 19.00 или с 10 до 19.00? Никто не понял, да, типа, по и до, типа? Прям все тупые сидим тут. Можно, просто не было виртуально. А чё у тебя, откуда такой хпс, вот эти 20к, чё за скрин? Ну только что было, на вальках. Слушай, это там 22 было в начале. Это в начале было? Ну, когда урон шел по рейду, там, ну, я, видишь, лям нахилил больше, лям. А с кем ЧП, кстати, куда он пошёл? В Каражан я. Не, он в ВК, чё, он не ходит сейчас где-то всё же? Не, ну он будет ходить, если у него будет совпадать время со статиком. Ага. Идеально не повезло, не фартануло, да, получается? Пойду его ножом резну. Оптик, ну ты взял бы резну, уже что-то бежишь. Абула виноват, лед дал. Я даже не видел его. Вот так вот, он тебя хилит, а ты просто мимо пробегаешь, да? Незаметный такой. Так, что ты не был? Где все? Какие там тринки падали, интересно? Ничего интересного. Нихуя вообще не упало. На танке тоже ничего не упало? Нет, падало, там шея упала танковская, что-то еще, по-моему. Шея у меня вроде есть. По-моему. Нет, еще нет у меня. Так, ладно, что мы это поменяли уже Бьорна с кем-нибудь? Ну, жалко бы какой-нибудь милишника, не паладина. У нас были. А что еще психошку кинули? Да? Ну, сам увидим ушел. А, я не уходил. Я его поменял на тебя. Не надо, сделать ему проходку. Я его в кожан хочу взять. Проходка сейчас десятка. Не нужна проходка. Десятка. Но с него лут падает, там с него арбалет падает, не нужен. Да, у второго ханта есть 58. Уступите психушке, ребят, кто-нибудь из мириков. У кого там ачивка уже есть. Дрич готов вступить. У меня есть ачивка, но я за запом сюда иду. Я запом с него нужен. Я их загрузил. Априори у милика, у кого нету этого проходки. Он нормально это сам дамажит, нет? То есть он нормально дамажит, то оставляет его, зачем его убирать? Кому ничего не надо с этого босса, можете, в принципе, заменить сейчас. Какая разница? Ну, смельчаки! Я могу, Дрич. Дрич может... Нет, еще надо, чтобы подмажу. Я могу, Исполин. Ну ты ДЦ. Это простой. Я тоже могу. И я могу. Ну сами тогда определитесь, Господи, вам 5 человек сказали. Ладно, сейчас давайте и так решаем. Дэдбич, тебе что нужно? Он, по-моему, по сайту пошел. Написал. Так, Рокси тебе запад нужно, да? Да. Самозалок тебе что надо? Мне надо Глефа. А Глефа? Смотри, я здесь ничего не заберу. Типа, плащ не заберу, запад не заберу, ничего не заберу. По приору. А у тебя ачивка есть? Нет. У меня на десятку есть. А арбалет кому надо еще? Если арбалет кому-то варов нужно, то психошки не заберет. Психошки-то нужно отдать по-любому. В этом случае. Психошки отдадим арбалет, а Глефа уйдет в фонту сначала. Не, ну психошка арбалета лутанет, да, получается? Если ну просто по ИП там смотря сколько у кого что. По ИП это лутанет, конечно. Не, прям по-любому лутанет. Что такое сила? Арбалета с аноба нету. Арбалет, там есть огнестрел с сундука. Но я думаю, что, наверное, его заберет. Это тебе что, нужен или нет? А я не смотрел даже его.
А посмотри, если там психошки там ничего не полутает, ну, я не вижу смысла твоего. Ну, пояс я у него любого случая заберу. Какая тебе шмотка тут нужна, ты говоришь, ну, пушка. Пушка. Ну, это или агрессивный огнестрел, или арбалет. А он с него падает, арбалет, нету дарков? Нет, там арбалета нету. Джараксус, второй босс. Там огнестрельная, огнестрельная, но если кому-то из фаров нужна, там либо рох у нас нету. Ну, мне, конечно, нужно, но я уступлю, если что, потому что у него там... Да, и типа огнестрельная, это не особо на контакт. Огнестрельная, вары эти, ну, крит-хастные, не знаю, вряд ли они будут забирать его. Вары не будут забирать его, да. Ну, тогда береси кошку тогда. Дедбич, ты тут? Да, я могу уступить, я все равно ничего не лутану. А чивка есть, да? Да, есть. Ну все, давай пятикошка, давай врите, да. Плюс я там поставкам снели, поэтому. Ну, может, до сих пор не один. О, а сейчас два на пола у меня было, да? Можно послакать мне сегодня. Ага. Разбили, блядь. Как всегда, типа. Главное, чтобы не полагал в ненужный момент. Так, тогда это самое. Кто бегать будет мне эти самые давать? Как его? После хантов. Станы, палы. Очистить. Ретрик. Ренбизер. Давай я. Порошочек. Понял. Давай, давай. Оптик, ты будешь, да? Да, да. Тут порошочка нету, блядь. Сбивать некому. Ну, сбивать некому, блядь. Ползи на другие рукавы. Смоньте меня и ставьте меня в этом пати. Кстати, друзики, накиньте мне, пожалуйста, шип. Это самое, корень такой нарисован. 10-минутный я посмотрел. Будет дамажить их или нет? Первого дела. А? Попрыгай, Мюр. Я прыгаю. Прямо я жду сумму. Я сумму. Вот там при атакующем, а там не написано, что при там, если я, допустим, уклонюсь, нет, они будут получать урон или нет. А теперь внимание, 150 КП. 150 КП, кто не перепивает фласочку на третьей фазе. Да, ребята, надо перепивать фласки на саппорт, если что. Так. Где мы? Фласки дадут? А, сейчас. Сразу таки, я на замену пойду. Рыбу дайте, пожалуйста. У нас даже государство маски раздает, только потом штрафуют, если ты не надеваешь. У нас частные конторы, что ты хочешь. У нас частники, блядь, смотри. А мы что, по старой, ну, стратегии будем убивать? По новой не будем пробовать? Ну, вернее, по новой старой. Которая через контроль. Тут какие контроли? Что, специально пришел? Не, давайте не ебаться, раз у нас, блядь, Бьорн занял слот, мы будем бить по стандарту. Как били до этого. Мы еще не готовы бить по стандарту. Все, кто пили, блядь, припоты нахуй на эти. Так я умер, блядь. Сейчас я этот уже загрузился почти. Еда, что ты тебя мало за твою голову дует, 200 голды всего лишь. Сейчас добавлю, подожди. Да, ну потом сейчас поделим между собой потом. Дай, да. Бизнесмен. Че там по рыбе? Я ставил уже, наверное. Сейчас я поставлю. А, у меня рыбы нет. Дон, поставь еще раз, пожалуйста. Я поставлю. Все, слушался. Две, да? Просто не кушает, потом ноет. Давай, ищи. Сейчас. Так, Невр, как всегда, напуливает двух этих левых. Ну, когда я смотрю, по на озеро, если смотреть. Угу. Так, после этого рейда ВВК десятку кто идет? Ну, я пойду. 10 тысяч маны. Это все нормально. Хорошо. Да. Другого. Кто-то другого. На шамане могу. А, у тебя щиточек с интеллектом. Все, давайте. Чемакул. Он типа хасту дает плюс 3. Так, Исполин, помнишь, на меня не кидают щитки свои? Да я знаю. Угу, все. Да, все, у тебя фати нет у меня. Угу. На пулы сейчас не даешь. Все готовы. На пул, да, если что, там свой на резерв оставь, на всякий случай. На Бьорна будешь напуливать мелкий трэш, который будет выходить. Все, все готовы, под ДБМ пул. 5,
4, так, не поебаться по стаймингам. 2, 1. Лагает. Лагает. Сука. Ладно, бейте, бейте, бейте. Ой, бля, разбейте сверху, 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 сверху разбейте. Грепаните им туда, на кашеньке. Он там один ДК у нас, на була, блядь. В чем проблема? На пул давай. Ну ебаный Сирус, нахуй. Ну что ты грипнул, блядь, ёб твою мать, нахуй. Контролем же мобов, да? Ну, блядь. Нет. Точно. А еще не бомб. Один еще на пульте, пожалуйста. Сейчас я заберу. Там над тобой сфера. Раз, нормально, нормально. Там петов, петов они это нормально ударились. А киньте шип на меня, друиды. А, все, вижу, есть. Дон, готовься на кулес, не меня вертаешься. Да, как скажешь. Две. Одна. Нужен стан. Дол. Есть. Блять, Дон, ты урон не получает, блин, не это самое. Все, ну. Отводи в сторону, милики сейчас не подходят к боссу. Уже раз. Тут и лужу раздул, кстати. Красиво. Эльфа бездна. Снайс. Не, не про это, я про другое. Которая твоя, что ли, лужа? Нет, которая слева от вас. Ну и все, пизда, лужа. Кстати, троить сам по себе, да? Дал стан. Которая под тобой... А, игра? Да, вы бегаете просто так. Мобов играете? Боб будет в обулу? Ясен бейт. За тобой еда бежит, будет Боб. Трэш, взрывайся быстрее. И по мелким бомбам тоже сыграйте все сразу. Мелких? Уши сводите. Так, Боб. Боб, дадите, а когда по нему появится? Я дам. Угу. Кто это уже сервис ну, сделал? Что с ним? Красавчик. Кати, 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 Боб, дай по сове. Бегу, бегу, бегу. Ну, далеко. Давай, все, отлично, все, Кати, просто Кати, просто Кати. Трейнера хильте 7 стаков, психошка 6 стаков. Босса ставим, босса бьем. Только не в лужу. Дрейнера и психошку захиливайте. И стоматолога 5 стаков. В трэш сыграйте, трэш, 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 ребята. В трэш играем. На пул один сорвался мол. Я дал. Все, Зорки, да. Ты чего убил или что, блядь? Не понимаю. Он меня умер, нет. Бомба, наверное, взорвалась. Красавчик. Идеально, подними. Этого Зорка. Да падает. Минус 3 сейчас еще. У нас есть рез? Минус 3, у нас куча. Короче, Дон, Рель, ты, блядь, мне нельзя отвлекаться нахуй на Тибера и всякую залупу, блядь. Потому что сами там припусти, пипец будет. Падается. Чьи-то лужа, блядь, разлилась там под боссом, не понимаю. Какая фиолетовая? Которая. Какая фиолетовая, которая под боссом была? Какого хуя вообще там появилась? Не, кто разбил? А Була грипнул я. Ну, Була сейчас, блядь, спрещет там, нахуй. Була уже забыл, где, блядь, грипит надо. Оскорбительно, 300 гп. Что ему оскорбительно? Плечи дать, блядь, оскорбительно. Да. Лично меня... Что, оскорбительно, Саша? Меня как-то это оскорбляет. У меня уже, блядь, никаких ошибок не было, ребята. Мне нельзя отвлекаться на всякие эти вот сдачи БР, чтобы мне отвлекался сейчас и приебал каст. Да, лаги есть, уже нормально. Сейчас без лага. Это я вас заразил, все. Почувствуйте его. Как я играю. Не хотим. Вот, блядь, захоти. Мы хотим босса убить. А, кстати, это было воскресенье, это эти самые, блядь, долбоёбы, кое-что там хуярится между собой, блядь. 5 ивак летает. У них воскресенье арты стоит. Так, Апула, сюда мне серочку, пожалуйста, липнешь. Понял, да? Самое обидное, что бейсрейт не лагало, как только пришли на Анубис и лагало. Ну, мы, по-моему, по таймингу приходим полдесятого сюда. Ну, там эти корни что-то дамажат, кстати. Сейчас гляну. Ну, по пару сотен должны дамажить. Так. Ну вот шипы у меня дамажили 7000 всего лишь. У них может быть КД какой-то есть? Не, не.
Хотя, может быть. Сейчас только количество наносенного полученного урона, то... Ну, ранящий щит по-любому больше, но показатели же. Угу. Это бафа не хватает. Приста баф нет. Дон, ты где бегаешь там? Лап, вижу. Нет. Приста баф нет. Сейчас вижу, дал он кать себе, давай эту мизинку. Лазер, чё на... Чё, бля, чё нельзя, ну? Влад, ты тут? Все готовы? Звоните 2 секунды. 4, 3, 2, 2, 1. 1. Бабуля, блин, с Фридом давайте, чтобы не, не приебало ДПС. Мой лагерь. На пол дали. Одного забери. Да, я вижу. Стар. Готовься на полуфант. Стан дай. Взрывание скоро готовится. Паш, это ты там? Зачем? А, ты хил. Милики, пока не милики, подходите. Да, милики, не подходите, ждите пока. Роксик, беги. Все, свечный строишь. Нужен фан второй. Угу. Мелких, пожалуйста, сразу тоже под мили-зону. Не лутайте стаки, пожалуйста, на них. Да, да, стаки не лутайте, ребята, старайтесь. Максимально быстро заливайте трэш, очень быстро, буду таунсис помогать. Они меня не пробивают и стаки не навешивают. На ком дам меточку сейчас? Идеально. Идеально, беги. Да, будет. Идеальному. А кто ну, войско мертвых вызвал? Я вызвал, чтобы по рейду не били. Много старт. Ей-ей-ей, кто там стреляет? Дранник, дранник, беги, беги в центр комнаты. Не, уже покачи. Все, ловим босса сейчас, ловим босса. Трэш мелки забрали, убили. Я их поснимаю. Не трогайте, бейте босса, я поснимаю мелких. Грипните в боксе. А, вот. Блядь, разбили. Ой. Сбоку встань, просто справа. Я справа встану. Напулишь на меня? Да. Хатстрой тоже на пуле меня тоже мелких этих. 5 лайки. Один ушел. Да вообще чудо лакает. Бля, ты заебала нахуй, типа ПВПш ебучая, блядь. Стан я проебу, наверное. Дал стан. Строй стан дайте там, по-моему. В мини-зоне дон потанчит, закривайте только его стан ему сдавайте на закупки. Так, блядь, там тайминг собьется, не знаю, как тут. Флэш готовьтесь, что давай там то самое. Стан. А зачем? Я не извижу, потому что один моб срывается, у меня тайминг сбивается. Сейчас я попробую. Дал стан. На пуле хан второй тоже. Стан дай второй раз. Пишу, что 5 секунд. 3 секунды. Моб. И все, все нормально, все норм. Идем. Этого моба подведите ко мне, пожалуйста. Хорошо. Подведите потом его ко мне, попробуйте. Его теряю. Подойдите, ждите, стой. Вой побежал. Боб есть? Дал стан. Второй стан, дайте еще один. Есть боб, нет? Собери моба. Забрал. Блять, не заберу. Ну, стан дали мне. Сейчас заберу. Все у меня. Заливайте трэш быстрее. Мелких тоже сюда подводите под лужу. Оптикс. Боб. Боб. Боб будет или нет? Алло. У меня когда?
забегай в лужу. Куда? Куда? А, не надо, флаш. Будет. В какую лужу мне забегать, я не понимаю. Вот эта, которая будет. А, справа. Понял. Дерьмово разбитая. Беги в лужу. К луже, беги. Вот он, давай, красавчик вообще. Хорошо. Все, супер. Сейчас на меня просто напуливайте и подводите к печеньке сейчас, мелко. Катите, просто катите сейчас. Не разбивайте лужу, ничего не разбивайте. Мелких по мне, мелких ко мне подводите, я буду там. Босса играйте. Босса бьем. Да, очень много мелких. Мелких залью быстрее, наверное, на пули. Угу. Чё, один, блядь, не могу забрать. Всё. И там мелкий бьет, кутлик, блядь. Так, не вижу, сколько там тайминг. Дал стан. Второй стан, давай. Даю. Все. Прохилите сейчас метки. Скоро переводить будет. 35%. Что? 33. Переводим. Сейчас метки хилим, 32. Резисты перепили. Только метки. На метках стоят метки. Стан нужен. Рейд ниже, держите. На полу. Ой, там полево. Меняй Бьерна только. Да, стан. Блять, он... Один ушел. Вижу. Ебать, как лагает. Пиздец вообще. Новые метки, смотрите. Полазины бабам снимать метки, но там оба сейчас... Вы умрете. Надо переждать, ну, у меня даже так не лагает с интернета. Да, по третью фазу, как просто по маслу. И прям тык-тык-тык, прям жесть вообще. Начал лагать как раз в перифазе, блядь. Да, я на пол кидаю, у меня очень сильно. Клан, как там? Ну ясно, нахуй, не сука, в Ургимаре хуярится, долбоёбы, блядь. Конченые, нахуй. Петушары, блядь, конченые. Ну это за World PvP, кстати, не лагает сервер. Понимаешь, как напуливать, что делать? Ты напуливаешь? Ну смотри, у меня просто Бьерн говорил, что если что, на него мелкий треш напулить. Он у меня запоминание цели, макро стоит по фокусу. Эти люди, которые мобы, 4 мобы, которые идут. Я понял, ну скажи, на кого второй танк, я возьму его. На Бьерна, как только они выходят, на Бьерна напуливаешь. На Бьерна станешь? Ты просто оставляй на пул, если кто-то подойдет прям миллизона. Я троих напуливаю, но просто бывает не успеваю. Да, ты видишь, по рейду ходят вот эти мобы большие, которые... Вот их надо на Бьерна напулить, чтобы они на Бьерна пошли, не по рейду они ходили. То есть он прям уже в жопу зашел, если он прям в жопу зашел, только тогда ты на пул отдаешь. И остальное время, типа, он не нужен тебе. Ну, окей. Вот этих мелких именно, не босса, а мелких, которые, ну, большие такие мобы. Поддержал. А за что Зоркам дали? А мне не перебил? Я перепил, у меня сейчас 60 минут висит, я пил перепод, ты что? Я Сузи даже две банки продавал. А можно банку мне? У меня просто не было, я этих правил не знал. Рыба стояла вообще? Стоит. А вот он. Вот. Стоит. Давайте мне последний хавчик на силу ослал, чтобы я не летал до Лоран, блядь. В шторм, нахуй. Не это самое. Есть такого банка, ребята, ждать? Сейчас дам. Спасибо. Сейчас типа опять, да, надо бы кашную хавать. Да. Пизда, как дорого, нахуй. Как ты думал, блядь? На лече еще хуже будет, там на лече два раза надо будет перепивать. Ты перепиваешь с СПД на резист, потом с резиста на 5 на СПД.
Отстаривайтесь. Они просто подорожали быстро, они вчера стоили 370, сегодня, блядь, 600 стоят, уже 700. Потому стоят, что естественно. Вышел новый контент, конечно. У меня, блядь, денег на духовой фласке не хватило, соответственно. Будь никого просим. Донати, блядь. Я уже, блядь, задонатил. Рыбку и съел, нахуй съел. Влад тоже он задонатил, до сих пор сидит. Корожан флагучку собирает. У кого фласка АПшная, БКшная есть еще? Если кожа проедет, может, да? Бьёрн, ты да, сейчас от чего умер? Ты понял, нет? Я от этого, блядь, стана нахуй. Стана не было просто. Не было стана, блядь. И... Как у меня? Там... Это... Кто СС на Бьёрн кидает? Не кидайте на него СС. Не, у меня СС, ребят. Если я умру, то вай приду сразу. Ну, он висит на тебе всегда. Ну, на первой фазе это не критично, а на третьей уже так. Еще хилам бы каким дали. И вообще вот самое идеальное, блин, кто больше урон получает. Чтобы дом постоянно урон получал, было бы вообще идеально. Я бы этих всех мелких на себя нагрел просто, которые бегают. И было бы ляпота. Могу в донте напулить, хочешь? Могу в донте напулить, хочешь? Кого? Мобов. Нет, ты не понял, скоробей. Я понял, ладно. Все, давайте черчи. Да, черчи на пол. Ну, черчи было, все готовы, добавим получаем. Больших мобов на Бьёрна надо, а скоробеев на танков. Пролак пошел. А где там пол? Кто отошел? Пролак пошел по серверу. А, все нормально вроде. Пол. А более фридом сразу. Нахуй ты ботинки дал? А что тут пригодятся тебе еще? Сколько когда ботинок? Накатится. 2 минуты. Угу. Он там напулил, а я на том так вдруг забыл кинуть. Иду. Сейчас, подожди, сейчас особью красный и убью. Весь конфиг не вот. Вставай, второй. Все, давай. Да. Кинул. Да. А кто лужу так кидает, Найса? Лужа кидается на таргет, который рубится. Помешали. Так, теневой удар. Готовься, думаю, заполнять. Кидайте СС, Бьёрна. Кто кидает? Второй стан. Ах, сейчас ДПС накручу. Итак, первый боб от тебя будет. Да, немножко ты бы лучше босса немножко открыл бы, ну ладно, вот мои лужи. Я очкую, чтобы не лужу не задело. Аккуратно, если на озеро смотрите, левее возьмите. Блять. Даю стан, добивайте быстрее. Добивайте, бейте. Второй стан давайте. Разрывается. Да. Сейчас я подведу быстренько. Гриб сюда сферу, если получится. Или зарылись уже? Нет, да, еще зарылись. Зарылись еще нормально. Даю стан, добивайте быстрее. Погружай. Один зарылся. Два зарылся. Штук 5 зарылось. Не-не-не. Попробуй, ладно, ничего страшного. Ничего, я танчу. Идеальный. Идеальному. Нужно боб. Кто в середине разлил? Кто это разводит с один? Ну, ты я заберу. Ты что ж ты сказал? Ой, там еще 3 выкопалось. Ох, целая куча, блядь, убивалась. Не таунсите их, блядь. Все, идите босса лупите. Писикошка соло сейчас напуливаешь, потому что я в Бьёрна отдал, все. На 10 секунд тоже. Ой, ёлка. Ну, я напулил жуков, когда они вылазили. Напулил жуков. Я на себя просто отстреливаю их, в ФД упаду. Там что угодно делай. Не, нихуя. Давай. Да у нас все, попадали все, падайте. Падайте, нахуй. Так, что у нас было, блядь? Так, пошло. А, накинул. Тебя просто метку выбрало, и все. Можно было в этот момент сразу уже падать. Короче, в этот момент, нет, можно было бы придумать. Ну давайте думать, что можно сделать. Там ничего не придумаешь, но тебе мобы и типа. Диван потом. Смотри, они начинают взрываться, когда у них мало хп.
Она просто мало как делает. Когда есть такая, если там такая хиня... надо дать просто было. Нет, там нет. Просто тайминг просто и все, который взрыв. А? Диван тоже не поможет, потому что он все равно потом на него переключится, как только он его снимет. Если диван ему дать, он в берсу уйдет. Просто это самое, надо стопнуть урон, будет, и не трогать трэш. Они не уйдут в взорвание, и все будет в пряди. Просто бегайте, продолжайте дальше, что, что было, то и было, что, ну, по тактике. Просто мобы на меня лишние будут, ничего страшного, на втором взорвании вы пилете, если такая ситуация будет. Просто не трогайте их. Они вообще не пробиваются, но... Ставьте рыбку. У тебя выбрал за все эти трое один раз, по-моему. Нет, ну, уже было так. Один из 25, блин. Выбрал миликов, которые стояли на луже. Давайте этот. Не-не, сейчас именно Берна выкинула, поэтому. Милики уже я вроде понимаю, научились. Сейчас, сейчас да. Сейчас на Бьерна. Но я говорю, что один раз его только за все эти трои вот выбрала. Ну да, не, здесь никто не виноват, по сути. Ну, типа, как бы можно было, конечно, там отыграть, там кто-то из ДКшников они... выбежал, загрипал обратно на лужу. Все разбежались, но это такое. А мехавчик на силу закончился. Сейчас не знаю, если посмотрим, если хватит, то ему хватит, нормально будет. А сколько куда у тебя показать? У меня... Сейчас скажу. Это 100. Нормально. В принципе, не мехавчик дает на 60 больше. Угу. Ну, 60-50 где-то, примерно. Все готовы? Дай секса и пока нет, я хочу потестить, может я зря покупаю, может он не будет приходить. Давайте по бопам. У нас будет первая, давайте еда, потом секси, потом флэш, потом оптикс. Если что, бизер страхуешь. Бизер тут? Ающий, ты тут? Все тут. Так, ДБМ пул. Круто мобов, а. 5, 4, 3, 2, 1. Давайте, обрывайтесь. А Буля сразу фридом сходу, пожалуйста. Мне не надо фридом. Босса можно отвести, наверное, немножко в бок. Нормально. Просто все потом встанете под правую лапку. Теневой 2. Готовься на пулы. Разрывание, ребят. Жмите быстро все, что есть. Миленький, не подходите пока аккуратно. Ну да. Беги. Второй сам, дайте второй. Можно мелких напуливать на Бьерна. Угу. Эх, там что покидать. Так, тут у нас физический урон получается сейчас. Замораживайте. Да. А тестаки не дамажит вообще? Почему мне я на дыща кинул бзилку, но не... Дыщ, ты урон как-то сразу? От прямого урона надо дамаг, от тычки. Лужу надо разбивать будет. Не надо лужу разбивать. А, да, надо будет разбить. На меня ушла. Разбить. Давай просто поменяемся, донт. Наверное, напуливай дальних, которые... Ну, ты понял, да? Не с другой стороны, короче, напуливаешь. Я этих заберу, ближних. Тут, в принципе, без разницы. Да не этих. Мелких добейте, ребят, мелких. Мелких, да, добивайте. Вс,
Все, на мне надо. Отлично. Флэш, готовься, сейчас там давайся. И скажу куда. Давай. Все то же самое, там тоже. Только сейчас Невер готовься напугивать. Сейчас выйдут мобики. Чмобики. Помощники. Так, Флэш, подходи. Давай, стан, блядь. Не промахнулся один. Ладно, мне это самое идеально, подними дрища. Подыщу флори баб, дайте. Один промахнулся. Дрищ сразу за прот выпей. Все, сдавайте уешка. Только смотрите аккуратненько, мелки не подходите. Рокси, беги. Там дальнюю сбить кто-нибудь, кто может. Я сейчас убью. О, будет, да? Да, должен. Должен быть. Должен быть. Так, должен это... От флеша будет. Должен быть. Че, лучше добейся, да? Я здесь, дом. Угу, хорошо. Так, значит, разбейте, пожалуйста, мне лужу с другой стороны, если можно, в ДКшке. Боб, дадите? Да, будет Боб. Да, транзистора. Я вот тут забираю. Вот в эту. Зайдешь в эту, да. Печеньки разбить? Я новую часть. Да, печеньки в этой зоне, да. Все, вообще супер, хорошо. Кару беги, Кару беги на другую сторону. Влево немного, влево. 5 секунд. Кайте, просто кайте, если есть это самое. Все, здесь. Отлично, давайте, боссы. Только подальше отведи от лужи этой. Мелких забери или добейте мелких, а то там много урона летит. Там что. Секси, прожми лучше бабу. Пропула. Блядь, это лужа ваша. Одного забери, по центру, который идет. Иди забрал. Пиздец, меня Берн впервые в жизни похвалил, блядь, помянем. Тихо. Флэш, готовься, сам нужен будет твой, готовься. 3% давай. Урона, перепиваем. Сопроты. Сопроты выпили. Геру дали. Метки хилим. Рейд волк хпшн держим. Ну, лагает. Не лагает нормально. Ну, в смысле? Пиздец лагает. Я правых попробую напулить. Психошка, если что, готовься. Так, теневой удар. Секси, подходи, давай. Давай. Не кто-нибудь там флеш. Блять, куда съебался? Сука. Да нахуй уфиряйте их, блять. Ёб вашу мать нахуй. Для чего он нужен, блять? Тихо. Психошка, ты здесь. Напулил ей. Правый. Это самое. Еда сокрою, дай. Чика, дай БР по Неверу быстрее. Теневой удар, это самое. Дай второй. Слава, быстрее. Войду, кого лес? Азорко. Сколько процентов? 10. ДК бомжей, дайте бомжей, блядь. Я не выдержу, блядь. Они сейчас обойдут сзади меня. Контроль, который ближе подошли. Все, нормально. Субейся, буса. Метки хилим, рейд ниже. Тебе там ниже некуда уже. Теневой удар нужен. Сказ бить. Сколько процентов? Хорошо, идем. Спокойно. Давайте, бьем. 6% нормально. На брусты есть. Припоты выпейте, дайте ДПС. Блять, там один моб идет. Блять, меня. Но стан второй стан нужен будет. Быстрее, ползи любой. Подойди. Давай стан сразу же. Да. Есть. Хорошо. Красавчики. А как у меня ачивки нет? Ребята. Ачивки шли откатили в прошлый раз. Наверное. Мы 45 не делали. В прошлый раз. А, кстати, да. Сейчас сундук будет. Давайте сейчас... Сундук, стоп, сейчас я шмот себе забираю просто сразу. Потом будем раздавать так. Ох, посох на ДЦ вообще топовый. О, посох ДЦ. Сплин ГЦ себе.
токен даже на Хантанию. А, я упал на Хантанин. Блин, а тренька вообще заходит такая или нет, нихера? Скорее всего, она не. Она очень слабенькая. Ты же смотри на него, что-то вообще как-то. Что-то слабо будет. Брат на фаермага. Ну да, кто быстро кастит и именно кастами, ну, такой, ну, мне кажется, на этом. А, нет, там же раз в 2 секунды. Там, по-моему, даже раз в 3 секунды. А, в 2? Не 2 секунды. Ну, 2000 раз... Это 3 на 3, 6000 в 6 секунд. Ну, она скалируется. Что, нихуя не упало, так нормально. 6000 в 6 секунд — это 1 КДПС вообще-то. 1 КДПС? Ну, 6000 раз в 6 секунд. Ну, там кастит пиздец надо, конечно. Какая-то вообще борода на последнем фазе, типа такой пролаг. Ну, раз в 2 секунды каст должен быть. Не, у меня вообще не раз в 2 секунды. Там я вообще завис. Там ФПС упал прям максимально сильно. Ну да, у меня там, ну, 5 секунд, фуд, короче. Фуд, фуд, ребят, давайте. Сопястье. Растродуйте, холи, крест. Запах хорош. Ну, арканы там можно. Чё, нов? Идеально тебе не надо, ты чё? Дрищ. Идеально, ты чё? У него 58. А, у тебя кожаная 58. А, ну ладно. Хати, перчатки. Чё там? Чё, ты дрищ забираешь? Перчатки такие. Это бисерит. Чё-то не отдают. Что эти три дырки в перчатках будет. Ну, я нов заберу, если что. Дай мне одну нов, пожалуйста. Перчатки на ПВП заберу. Чего перчатки не берете, фурики, алёсики? Какие фурики, блядь, перчатки? Дай мне этот обмен. Скара падает перчатки. Ну, понял. Да, скара падает. Это бисовый, да, поезд? А, смысл, ну, сейчас от ЭПА тогда. Нет, там крит-кастовый пояс есть, поэтому никто не хочет этот брать. Давайте тренка. Блин, я бы взял чисто на тест. Мне интересно, она нравится. Ну раз да, одна да, есть, нормально. Надо вторую, правильно? Хуя себе тренера приор, блядь. 52? Как так получилось? Драник, откуда у тебя ГБ? Потому что уступал все шмотки мне, например, на Эйлере. На шамана. Он не ролил уже ни одну шмотку. Да, в натуре у него 15 тысяч ЕП. Нифига себе, он, оказывается, много. Милосердие. Файеры чисто и, блядь, не могу мне сказать какие-нибудь. Блин, а я себе интересно. Блока не зайдет, наверное, да? Не, я не путаю по это. Я меч хочу и перчатки. Тут один СПД ебанешься, блядь. У этого лучше, я считаю, это ДЦ-шный посох. Ну да, да, тоже там. У вас в кастеров есть более такое чаша там с меткостью и... Со смотрителя там пушка. Нет, да где? Ох, сейчас, блядь, на арену пойду рассекать бы с этими перчатками, нахуй. А что сундук исчез? Ты сейчас все. Че, мы Харугера пойдем? Нет, у нас. А, нет, мы ВК-шку закроем десятку. А, если все есть. Я согласен. Так, кто со мной в ВК десятку пойдет сейчас? Войд. Один прист, чернокнижник, токен. Это 58-я шмотка. Да, это 58-я шмотка. Так, Дуа, ты это самое, ты дамажишь нормально, нет там? Еще флешлайт, у меня две штуки, раз. Блин, а имеет смысл апнуть себе эти штаны? А чё, при этом локу не дадут? Мне одна нужна. Это... Дадут. Одну тебе, одну флешу. А там дрищ все хочет. Дай мне обмен. Это, да, это D4. 258 будет и 9 у тебя. Дрищ, ты где? Обмен. Дай мне одну тоже. Ну, типа, я заберу одну. А. Хотя, блин, я думаю, вот 4-4 делать-то смысл. Не, да давай, забей. А в бухту есть телепорт маги? Не, если на паладина, то можете дать... Сколько это на паладина вышло? Мне боты нужны. 250, обычная шмотка. Типа пофиг тебе. Спасибо. Ой, на ДК-шку. Тьфу, я думал, блядь, лок-маг. Ну, идеально. Идеальный ты что же в Т9 бегаешь, да? Да, идеальный Т9 фул. Т4 было. Вот, Т9. Поэтому идеальным нужно все-таки называть, наверное. Ну, другого возьму, конечно. А было, сколько у тебя Т9 смоток?
Токен в приоритете тех, кто бегает в Т9, а потом всем остальным. Да, да, да. Ты здесь приоритет? Разница между теми, кто бегает в Т4, Т4 и 2Т4, я не вижу. Че у нас? Интересный порошочек выбился, что ли? ЕП начисляли, нет еще? Не, еще не начисляли. Нет. А, да, подождем. Как замена, кстати, там кто у нас был, тоже нужно. Напиши, чтобы они заходили. Вар, охотник, шаман. Ну, и да, он, блядь, хилит много пизже, чем этот ваш порошочек, блядь. Подожди, там тренер 1573. Это я видел. Тренер, дай мне обмен. Где ты стоишь? Дренер утонул 7 соток за этот, за тринкет, ага. И все равно умудрился забрать еще одну шмотку. Я на прошлом КД утонул триньку, сапоги, еще что-то, блядь. С приором 4. Все, дренер наутался. 1000 ГП. А я почти уже поднялся, блин, потихоньку. Запястье никому на успех не нужен. И вот такие штуки. У меня их много, давайте. Кому они нужны? Просто плюсики давайте в чат. А дай мне на продажу. Да, на продажу. Ну нет, спасибо. А чё кору не пойдем, все собрались. Ой, иди на. Блин, кору это долго, типа, час времени как раз закрыть ИВК и забыть про него. Так мы смотрителя убьем, и сразу будет у нас порт на завтра. А ты уверен про этот... Просмотрителя. Ты все там хорошо, да? Я да. Да, в том-то и дело. Завтра можно еда. Снижать. Сколько тебе нужно? Два. Сейчас дам два. Витас, слышишь, ты в статике есть с Каржанхем? Да, Була себе подрезал уже. Холи паладина. Че, дайте ИП, блядь, да я пойду. Блядь, кем я идти еще такая Каржанхем? Потом закончится. Сейчас еще я его в DC дам по замене. А что так много? А за сундук типа? Полтора за рейд, 500 за сундук. В принципе, похуй, нету кару хэм. В принципе, ходите сами.